Александр Береза. Шалом. Ну, Александр Береза. Шалом. Ну, Александр Береза. Шалом. Сейчас одну секунду, люди. Так, Александр Береза, шалом, добрый вечерочек, Рома Рыбалка, шалом. Сразу как видно, как слышно, ну вроде все нормально. Ждем народ потихонечку. Все отлично. Спасибо, Александр. Все ок, у меня видно, слышно. Добренько, Рома. Замечательно. О, нас вроде бы завтра вечером выведут с карантина. То есть с 31 на 1. То есть 1 уже начнем работать. Вроде бы как. Но может еще на неделю продлят. Это жесть. Просто жесть. Месяц и две недели, получается, сидим. И ничего не помогает. Уже пол Израиля вакцинировали. Они все болеют, эти вакцинированные. Короче, такой фуфел. Вырсват шалом. Номер 33. Если тебе не видно и не слышно. По 6-7 тысяч заболевших у нас в сутки. Болеют те, кого вакцинировали. Ничего не помогает. Такой бредняк у нас. Всем привет. Завтра 14.00 будут решать продлевать. Влад, здорово. Ой, ты знаешь, я уже такой, что я бы еще вот эту недельку досидел. Но у меня как бы со всех сторон горит. То есть мне надо недельку дома досидеть, доделать дела. Но надо и на работу срочно, потому что бухгалтер там уже просто вешается. Но он вешается от всех, потому что у всех все закрыто, а надо сдавать в налоговую. Вот, то есть он как бы сдал отчет, ну там сколько у меня там товара в магазине, да, суммы. То есть суммы поздавал, а документов нет. Вот, то есть мне надо бегом в магазин переписывать весь товар, подводить плюсы, минусы. Вот, все это сдавать ему, отчет по ноябрь-декабрь сдать ему. В общем, катастрофа, просто катастрофа. У нас уже население кончилось, они считают. Да, 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 у нас так, как они считают, мы за год уже два раза все переболели. Ну, это кошмар какой-то. Ну, вот тупо посчитать, там, да, у нас в среднем там 5-6 тысяч в сутки. Да? Вот интересно, 365 дней умножить на 5 тысяч. Это сколько народу? А действительно интересно. А ну, у кого калькулятор под рукой, посчитайте. 5 тысяч в день, 365 дней. Это сколько получается народу в Израиле переболело? В общем.
То есть у нас были дни, что там добавлялось 1000-2, были дни, что там 10, ну, в среднем берем там пятерочка, да, за год. Майдэй, привет всем. YouTube Майдэй, привет. Слушай, я вижу, твои ролики постоянно выходят, но я такой занятой, сегодня буду объяснять, почему, что и как, и тебе, может быть, тоже это будет интересно. Вот. Ничего ни у кого не смотрю. Ничего вообще нигде не смотрю. Уже неделю. Все это буду объяснять. Было и по 12 тысяч. Где-то плюс-минус. Иван Хоменко, шалом. Добрый вечерочек. Что где-то плюс-минус? А сумма какая? Кто-то посчитает 5 тысяч на 365 дней. Самому считать, я понял. Ни у кого калькулятора нет. Так, калькулятор. Ну, 5 тысяч умножить 1825. на 365. 1 825. А у меня почему-то 1 840 000. 5 000 на 365. Да. Ну. 1 825 000. 5 000 умножить на 365. 1 825 000. Ну. А что ты не 45? Нет. А, ну тогда еще не все, да. 2 миллиона, то есть ты треть Израиля. Треть Израиля переболел. Треть Израиля, это каждый третий. То есть вот я, жена, сын, значит, мы не переболели. Влад, жена, дочь, не переболели. И так далее, что-то не срастается. Да, что-то Да, ну, в принципе, может, и переболели. Мы как бы подозреваем, что переболели в такой легкой форме. Вот. Ну, то такое. Еще надо посчитать, кто умер. У нас вроде 9 миллионов. А, ну да, извиняюсь. Я все за 5 думаю. Это когда я прилетел, было 5. Фима-стоматолог фото прислал. Сейчас заглянем. Бухает. Да, перцовку поставил, настаивается. Да, нам тоже надо поставить. Да, в общем, болеем мы. Официальным данным общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 638 заразившихся. При том, в настоящий момент зараженных 72 тысячи человек, 4 738 заболевших. Да. У нас в тяжелом состоянии много. Я там где-то видел. Ужаснулся, что-то 400 с чем-то, по-моему. На данный момент в тяжелом состоянии, то есть под аппаратами. Это, ну, много. Реально много. Но если, в принципе, вот весь месяц у нас каждый день было по 7-8 тысяч плюс, 10 было, вот, то есть месяц такой, по данным правительства, был тяжелый. Секундочку. А, Фимочка? Добрый вечер. Да, Фимочка, я видел, что ты поставил перцовочку. Теряюсь до градуса. Чего чуть? Я сделал, как рекомендовал ты и Менделеев. Раствор оказался действительно коварен. Если ты смотрел, когда-то было несколько серий смешных про Менделеева, где он испытывал водку во всяких средах. Да. Называл ее раствором и говорил, раствор коварен. Да. Вот, раствор на самом деле коварен. Я сделал, как он рекомендовал, забросил в холодильник на 3 дня.
вытащил, спиртометром перемерил, 6-7, ну, плюс-минус 6-7 градусов уходит по окончании реакции. 3 дня приблизительно на полную реакцию между водой и спиртом. Ага. Ну, поэтому я всегда с запасом делаю. Так, Фимочка, у меня стрим идет, я с людьми, поэтому да, давай, до связи, бай-бай. Докторишки. Так. Всем привет, что пропустил. Мистер Рокки, шалом, добрый вечер. Ничего не пропустил. Всем шалом, привет своего места Тернополя. Владимир Варварин, шалом, вечер в хату. Пока еще ничего не пропустили, я пока жду, что люди зайдут, чуть-чуть расшевелимся, и я уже начну доклад, что и как. Доклад долгий, еще надо будет ролик сделать под это все дело. Вот, и объяснить, почему и что. Так что. Можем, в принципе, начать говорить. За последний вот месяц, сидя дома, то есть это не то время, что я на работе, да? Когда я весь поглощен работой. И как бы все нормально, все в порядке, и как-то не было такого сильного насыщения всем происходящим. Но за последний месяц это все намного усилилось, потому что люди сидят по карантинам, эти все технологии переполнены. О чем я иду разговор? У нас есть всевозможные антикварные группы. Причем эти группы находятся в Фейсбуке, в Вайбере, в Ватсапе, Телеграме. И это, ну, у меня десятки уже этих групп. Группа по антиквариату, группа по монетам, группа по барахолкам, группа по оружию, группа по часам. Плюс это все умножаем на 4-5, потому что есть по часам несколько групп, по ножам несколько групп, по монетам куча групп. Те же украинские группы по монетам, израильские. Все это WhatsApp, Viber, все это бибикает. За ночь смотришь, у тебя там этих сообщений в группах тысячи. Это невозможно. Это просто можно сойти с ума, всю вот эту информацию обрабатывать. Причем в чем самая большая проблема? Что да, у тебя есть интерес определенной какой-то монете, скажем, израильской, да? Я там в 4 или 5 группах. Вы когда начинаете листать выставленные объявления, вы просто сходите с ума, потому что вы сидите листаете 10-15 минут, смотрите на всю эту ерунду, которую выставили. Она не ерунда, оно кому-то другому надо, но вам это нафиг не надо. Время идет, толку ноль. То есть, просидев во всех этих группах 3-4 часа, не получив никакой результат, начинаешь задумываться, чем я вообще занимаюсь, зачем оно мне вообще надо, вот это все. То есть, получается страшный бред. Я уже не говорю про тот кошмар, который творится в общих группах антиквариата. То есть, я вначале смотрю монеты в монетах, потом эти же монеты смотрю во всех антикварных группах, потом в своей группе антикварных. В антикварных группах, ну, я как бы свою группу стараюсь чистить, и модераторы тоже чистят, но все равно люди умудряются там поставить какие-то штаны, машины, квартиры. Но помимо штаны, машины, квартиры, чтобы добраться до чего-то интересного, я перелистываю неимоверное количество сообщений, чтобы что-то увидеть. А иногда ничего не увидеть. Вот. Но все это перелистывается.
В общем, я схожу с ума. Это только я вот от этого так схожу с ума? Или кто-то еще сходит с ума? Или как вы вообще к этому относитесь? Вот эти все группы, как вы это все фильтруете? Может, вы меня как-то научите? Потому что, ну, реально можно сойти с ума. Да, лайки поставил. Да, я сошла с ума. Ой. Это я реально, я думал, я крышей поеду. Вот буквально еще неделю назад у меня уже просто ехала крыша. Просто сносила крышу. О, Андрей, шалом, добрый вечерочек. Андрей Мешков, наши люди, Сако. Аку это вообще центр антиквариата. Мы просто все сидим тихо и все прячем. Сейчас я начинаю движ новый. Вот, то есть я настолько утомился от всех вот этих десятков групп, которые и мне как бы это интересно. То есть это мой интерес, мне интересно. Мне интересно смотреть какие-то определенные вещи в определенное время. То есть у меня есть когда-то интерес посмотреть нож, когда-то интерес посмотреть часы. Но перелопачивать все в перемешку с пианинами, телевизорами и так далее, или монеты, которые не имеют вообще ко мне никакого отношения, перелистывать 15 минут, чтобы увидеть то, что мне интересно, это катастрофа. Это просто катастрофа. У меня только две группы, Рони и Андрея. И уведомления отключены. Да, так ты понимаешь, в чем проблема? Я даже с Андрея группы, с Телеграма, с общей барахолки, да, просто сейчас ушел. Да, я отключил сообщение, но у меня постоянно внизу иконочки мои открыты. WhatsApp, Viber, Telegram, чтобы я мог видеть важные вещи, да? У меня постоянно на Телеграме висит, Андрея как не открою, там 500-600 сообщений постоянно висит. Обнуляю. Только глянул, опять 20-30, обнулил. Вот это у меня целый день я сижу, обнуляю эти сообщения, чтобы видеть что-то важное, что мне может прийти. Да нафиг бы оно мне впало. Я месяц это обнулял, 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 потом просто вышел из группы и все, потому что мне там вообще ничего не интересно. Абсолютно. То есть, сколько я не листаю, мне там ничего не интересно. Ну, это как бы, ну, не мое. Там в Украине, да, оно там продается, шевелится. Люди сидят, им там интересно и продавать, и покупать. Замечательно. Мне без интереса и без надобности. Поэтому просто вышел и все. Не из-за того, что я там какие-то претензии Андрею. Нет, мне эта группа уже абсолютно никак. Жена вас говорит, ты вырос. Не дело вырос. Я даже из этого всего кипиша не был у Андрея на той неделе на стриме не был. И вчера же у него, наверное, был стрим, я тоже не был. Вот. То есть даже на стримы не заходил, потому что у меня, ну, реально пошла крыша, и первая моя попытка была. Я просидел 2,5 суток. Практически не вставая из-за компьютера, изучал информацию, смотрел, что, как, куда, к чему. И тот план провалился. С треском. За 2,5 суток никакого результата. Так, да, никак. Я хоть не так часто покупаю, но заходишь в группу, и там просто куча объявлений и сообщений. Да, ну вот. Сейчас, секунду, что-то мне тут засветило, высветило. Новое сообщение в группах. Полдня просто листаешь сообщения, объявления. Да. Причем, ну реально, есть интерес что-то найти. Интересное, да? Редкое то, что я ищу, и я не ищу за дешево. То есть я хочу взять за дорого, не проблема. Но запросы у меня уже абсолютно другие. То есть я хочу какие-то определенные вещи, но они дорогие.
но их нет. А я перелистываю все то, что в принципе у меня есть, я это рад продать. Вот в чем вся проблема. Роні, на то є поиск монети, так монети, ножи, так ножи. Ні, Володимир Варварін, ти мене не зрозумів. У тебе є общі антикварні групи. Везде. Телеграм, Ватсап, Вайбер, Фейсбук. Я во всіх цих групах. У тебе є віддільні групи. Отдельная с ножами, отдельная с монетами, отдельная с часами, которых тоже десятки. Я тоже в этих группах. И чтобы что-то найти, это надо перелопатить все вот эти группы. В конце концов, оказывается, что два дня это все перебирал, сортировал, искал, ничего не нашел. Пересмотрел кучу бреда. Для себя бреда, не для других, нет. Каждый ищет что-то свое. И я вижу, что люди там покупают, приобретают, продают. То есть все нормально. Но для себя я решил, что я устал от групп. Просто устал. Реально. У меня, ну, башня упала, меня начало плющить. Я уже не знал, куда ховаться. У меня телефон забит группами. Соседями и так далее. Это жопа, конечно, целый день. Скролю. Все. Я зрозумів. Карина, шалом всем. Карина, шалом. Добрый вечерочек. В одной телеге. У меня за день со всех групп несколько тысяч сообщений. Да. И вот что. Ну это же нереально. Это жизни просто не хватит. Не говоря уже за то, что надо работать, надо что-то дома делать, надо как-то общаться. Жизни не хватит пересматривать все вот эти сообщения. Причем 99.9 это шлак. Вот, то есть... Скролю. Это листаю. А, я понял, Влад. Так к чему ты ведешь? Не торопись, Рома, не торопись. Бриз в студию, да? Роня, я так разумею, у тебя выход с этого бардака. Давай рассказывай. Через донат. Жизнь целый день в телефоне, да. Как у вас там дела с карантином? Приветствую. Прививают вас. Да, Карина, в самом начале рассказывал. Тебе быстренько расскажу еще раз. У нас уже полстраны привито, и привитые болеют. То есть они заражаются и болеют. Это все до фени, до фонаря абсолютно. Заболевших у нас сейчас 5-6 тысяч в сутки, что очень-очень много. Карантин у нас должен выйти, закончиться... В ночь с завтра на послезавтра, с 31 на 1. Но завтра они еще собираются кабинетом и хотят на неделю вроде как продлить. Вот. Мне, в принципе, пусть продлят на недельку, мне еще дома надо недельку посидеть, порешать дела. Но, в принципе, и на работе куча дел. Вот. И по народу очень куча дел. Ой, и ко Льву надо ехать мне. Вот. Лев меня укококает скоро. В общем, все эти прививки, это все полная лажа. Оно нифига не действует, и уже что-то я там читал. Я так бегло это все читаю, меня уже просто запарило. Что-то там уже третью прививку решили делать. То есть уже две прошли люди, и уже хотят делать третью прививку. От нового штампа. Ну замечательно, короче, ну, сейчас будут прививать постоянно, ускорять рост копыт, хвоста и рогу. Привет, что пропустила? А, она пропустила все, что только можно было. Жизнь пропустила. Жизнь промелькнула. Вот уже 40+.
Анна, я тут вкратце рассказал, как меня достали все группы. По количеству того, что надо перелопатить, перечитать, перелистать, перешукать и ничего не найти, а потратить на это 3-4, 5-6 часов в день. Вот, то есть, ну, веревка. Было бы обидно, если бы прививки стоили денег, и люди бы заболевали привитыми. Прививка денег не стоит, но она же не стоит как бы для людей. Но мы же понимаем, что в верхах вращаются очень крупные деньги. И в принципе, что значит не стоит? Мы платим в больничную кассу денег. Больничная касса сливает это в Министерство здравоохранения. Министерство здравоохранения, соответственно, это бабло. Помимо того, что пилит, закупает эту вакцину. Вот. Плюс теми, кто продает эти деньги, пилятся. А сама вакцина там в конце выяснится, что это, ну, в лучшем случае какая-то витаминка, которая ничего не стоит, да? В худшем рога и копыта. Поэтому... Ну, какой мне капелька. Поддавливает мотор. Да, то есть карантин, не знаю, бред этот карантин. Майдэй. Да неблагодарное дело быть админом группы, понимаю тебя. Нет, меня это вообще абсолютно никак не пугает. Я был администратором рыболовного форума в Израиле, очень большого. Проводили форумки, встречи, соревнования и так далее и тому подобное. Меня это вообще никогда не пугает. Не пугают, а напрягают просто все эти группы. Вот. И я как бы просто начал отматывать назад. То есть как было и к чему пришли. Вот. Когда было хорошо и потом стало лучше, скажем, Facebook, да, все кинулись на Facebook. А хорошо, там открыли 2-3 группы, замечательно. Знал здесь это, здесь то, здесь это. Сейчас эти все группы... Брухата Адонайл, Гена Мелеха Ломча, Коль Небе Двору. Амен. Выхаем. Корвалольчик. Карантин, слово кар. Ну, я знаю, может быть. То есть, вот я вам, к примеру, расскажу, да, в Израиле. Лет назад открыли рыболовный форум, мы только приехали в Израиль, открылся рыболовный форум. Потом часть народа с этого форума свалила, открылся еще один форум. Потом открылся еще один форум, да, и было, грубо говоря, там 3-4 форума на Израиль. Более-менее там между собой общались, у каждого свои понятия, кто там спортсмены посылали любителей нафиг, любители посылали спортсменов. И как-то это все варилось и было замечательно. Появился Facebook, начали открывать на Фейсбуке. Одна группа открылась, вторая, третья, четвертая, пятая, десятая, двадцатая. Уже у тебя группа по блеснению, 5 штук. Группа по карповой, 20 штук. Группа по продаже рыболовного снаряжения, 30 штук. Ёлки-жмоталки. Все хотят быть хозяином группы, то есть ему вот там вот ему что-то не понравилось, да, все, я хозяин вот этой группы. Да, там может что-то не понравиться, мне самому, допустим, там
Самая большая израильская группа, ну, вообще не признаю. Модераторша тупорылая тварь, которая вот просто, когда в лицо увижу, плюну ей в рожу. Вот. И администратор недалекий. Просто недалекий. Вот. Ну и все. На этом все закончилось. Причем люди были за меня, а модераторша, тварина галимая, старая, чтобы ее пробрала во всех поколениях. Я такие вещи очень не люблю, когда на расстоянии вот это показывается блатота, и вот, пытаешься объяснить человеку нормально, спокойно, вот, и, да, то есть бывают такие мазь. Ага, добрый ты. Я, вот поверь, вживую всегда могу с человеком договориться, потому что, ну, как-то могу объяснить на пальцах, да? Некоторые, которые возомнили себя кем-то в этом мире любой это кусок мяса, наполненный кровью. Все. Все. И я в том числе. Мнить из себя там кого-то велико знающего. Завтра ты вышел на улицу, тебя наркоман ударил по голове, ты никто. Вот и все. Поэтому не надо выделываться так громко и все остальное. Спокойнее себя надо вести. Тогда не будет нервов у таких, как я. И тогда при встрече не надо будет ховаться. Потому что я ж не полезу за словом в карман. И мне плевать, кто рядом и сколько их. Вот просто плевать. Я такой человек. Все люди ревны. Ну... Перестань наезжать на людей. Не, как это перестать? На людей без проблем. Я на людей не наезжаю. На людей никогда. Почему я не наезжаю на Влада? Потому что это человек. С большой буквы человек. Почему я не наезжаю на Льва? Сейчас было смешно. Вот. На льва не наехать грех. Вот. То есть, когда люди адекватны, вы что думаете, у меня полное там мир и согласие с Владом? Нет, конечно, у него свои мировоззрения, у меня свои мировоззрения. Но мы не лезем в наши там мировоззрения и во все эти дела. То есть, у Влада своя каша, он там варится, у меня своя каша. Где-то мы чем-то пересекаемся. Мы всегда имеем правильное общение. Там Влад что-то поможет, я ему что-то подскажу. Вот. Все, это люди, человеки, все нормально, все в порядке. Понимаете? То есть вот я сейчас сижу, да, я тут администратор, да. Я возьму сейчас и забаню Аню. Аня мне там напишет, ты что меня забанил? Я ее в телефон не забаню. Она Владу напишет, Влад, а что меня Рони забанил? А Влад ей напишет, не знаю, сейчас узнаю. Влад пишет мне, а что ты Аню забанил? Я ему напишу, ну, мне не понравилось, что она у меня на стриме сидит в красных штанах. Я ее даже не вижу, да? Вот. И вот так вот Влад передаст ей, да ты на стриме у Рони сидела в красных штанах, ему это не понравилось. Какое будет у Ани состояние? Там дома у нее всем надо будет ховаться. То есть это просто тупая непонятка. То есть с какого перепуга вот эти все массы. И если что-то кого-то не устраивает, и ты ответственное лицо, ты ведешь какую-то группу, будь добр, свяжись с человеком, и найди общий язык. Поясни как-то, да, разберись. Вот. То есть я был администратором очень много лет. И народу у меня было очень много.
И я всегда находил общий язык. Конечно, если там человек уже лезет в горло, начинает там маты писать, там вот такое вот все, да, там наезды на людей. О, нет, это, ну, до свидания. Даже никакого разговора не будет, никакого возврата не будет. Элементарно. Пойду заниматься своими вещами. Ты можешь пойти заниматься своими вещами прямо сейчас, когда захочешь. Тебя никто не держит, как и я никого не держу, меня никто не держит. Вот. Это ты так говоришь, сейчас пишешь. А когда происходит вот такая ситуация, мы с тобой сами тоже разбирали эти ситуации, ты говорила за эти непонятки, что тебя там рвало и метало. Вот так же со мной было в этой группе. Причем там нету ничего в этой группе. Там нечего делать. Абсолютно нечего делать. Я когда зашел туда, у меня был один только интерес. Не торговать там, а как-то разрядить обстановку, потому что очень напряжно было. Заходил в группу, вроде бы весомые люди, вроде бы, как оказалось, да, там нескольких из них я знаю, хорошие, нормальные люди в общении, там все в порядке. Но такой дубовый снобизм, короче, хватает всяких. Вот. Ну, пусть там и сидят, это мне до лампочки. Так. Ну, срочно переодень красные штаны, да. Цак в нос и красные штаны. Я написала ему, и мы решили все проблемы, сейчас хорошо знакомы. Да, тебе повезло. А я писал, 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 писал. Чего писал, куда писал, кому звонил. Сутки убил на вот эту дуру модераторшу. Сутки своего труда, своих сил, нервов. Поэтому тема закрыта. Что админ не знал эту ситуацию? Знал. Ему рассказали за эту ситуацию. Что он сделал в этой ситуации? Ничего не сделал. Почему ничего не сделал? Потому что та курица, которая у него в модераторах сидит, есть Вась-Вась. Вот и все. Ну так, пожалуйста, ради бога. Я не против группы. Пусть она там существует, куча народу будет, хай там будет мир и благодать. Все в земле заканчиваем. Просто тяжко жить и думать, что где-то придется оглянуться, а может быть поздно будет. Шел на 15 минут, самому гулять надо. Рома, давай 15 минут, окей. Ждем тогда прихода Ромы и начинаем потихонечку. Все деньги серые, что ли? Модераторши просто было не до шота там. Ей не до вас. Нет, модераторша, во-первых, она была круглая дура, хотя считается каким-то там специалистом. Те вещи, которые я выставила, она клеймила в начале, что это Китай. И народ начал объяснять, ты что, какой Китай? Оригинал. Я же не дурачок Китай выставлять. Да? Есть правила группы. Потом, когда она поняла, что она лажанулась, она придралась к моему тексту. Но она со мной это не выясняла. То есть я выставляю объявление. Начинаются комментарии, лайки. Захожу через полчаса, объявы нет. Думаю, может, упало что-то, да? Я опять выставляю. Вот. Пока выставил, там, пока запустил. Опять же, лайки, комментарии. Бах, нету. Третий раз выставляю. То же самое. Проходит время. Бах, нету. Я пишу одному человеку, говорю, так и так,
я, может, что-то неправильно делаю, потому что, ну, выставляю вот такое-то, такое. Он говорит, да, я видел, что ты выставляешь, все нормально, классная объява, классные фотки, да, это на уровне человеку звоню, не кому-то там, на уровне. Я говорю, ну, как-то выясни. Он начинает выяснять. Вначале делает предъяву, что это Китай. Я говорю, здрасте, какой Китай? О чем речь вообще? Вот. Он, да, это не Китай, я знаю, с чего она взяла, что это Китай. Вот это вот начинаются вот эти вот все терки. Потом я уже начинаю с ней переписываться. И по оконцовке она говорит, читай последний пункт правил. А последний пункт правил в правилах, если даже модератор не прав, он прав. Я ей пишу, и что, это ты... То есть, ты такая тварь, но ты все равно права, она пишет, да. Офигеть, просто офигеть. Я давай админу писать. Одно сообщение, второе, третье, пятое, десятое. Тишина. У нас зима, в дождь, я к осени, я. Да. Ты что с Фейсбуком ты начинал и не закончил, и что начинаем? Я в душ, боженька, уже надоело, до сих пор буду. Давайте, еще подождем, может быть, еще коллекционер подтянется, лев, еще кто-то. Первый час 45 минут, 50 минут на подтягивание. Ты знаешь, в ситуации с модератором, это еще люди не умеют признавать свои ошибки. Вот есть вот такие бараны. А говорят, Б понимают, что это А. Да, да, и это как бы вторые грабли, на которые я наступил. В этом плане, потому что, так что, начинаем? Нет, не начинаем, Аня, мы ждем еще людей. Точнее, это была как бы крайняя такая точка в том, что с антикварами, вот такими вот, с нобами старыми, гнилыми, я не общаюсь и не буду общаться. Они для меня сдохли в один момент. Первый момент, это когда я начал, как начинающий, скажем так, коллекционер я многие-многие годы, когда я начал изучать информацию, начал смотреть, что есть вот два лагеря, да, молодой лагерь и старый. Ну, логически, логически. Как бы, да, старикам везде у нас почет. Но когда начал общение со старым лагерем, понял, что голой жопой на асфальте, пальцы веером, все, пшики. Молодые антиквары, ну красавцы, ну просто красавцы. Подскажут, объяснят, расскажут, научат, дадут нужную информацию. Добродушные, доброжелательные. И вот этот вот весь вывод, и у меня ставится большая жирная точка после израильского форума. Форума, группы. Все. Больше возврата туда нету. В тот лагерь. Пусть живут долго, счастливы и сдохнут все в один день. Объясни, ты хочешь гасать? Я же не была сначала гасать. Руня, шалом. Всех приветствую. Коллекционер, шалом. Добрый вечерочек. Как раз вот ждали тебя и Льва, чтобы начинать новую тему.
Что и как я вкратце название стрима. Достали группы. Начать. Начать, Аня, еще немножечко мы ждем, я буду начинать. Что за тема? Тема достали группы. Дофига антикварных групп разного уровня, тематики, смысла. Куча сообщений, которые уже просто невозможно перелопатить, чтобы найти что-то интересное и важное для себя. Тем более смешанные, когда группы, то есть, ну вот как у меня группа смешанная, да, то есть она не тематическая. Как у Андрея группа смешанная, она не тематическая. То есть ты листаешь, листаешь, листаешь. Вот. Слава Богу, в Израиле нету столько тарелок, статуэток, солдатиков, как в Украине. Поэтому в моей группе немножечко все потише, поспокойнее и явнее предметы, и интереснее предметы. Да? То есть сразу бам и что-то хорошее. Да? То есть подстаканники серебряные сейчас стоят вот, в группе. Да? Серебра очень много, золота. Какие-то редкие вещи. Кстати, Аня, ты выставила вот эти колпачки для бутылок. Вот, первый раз такое вижу. Они мне, знаешь, что напомнили? А цвет которой, а вот эти вот колпачки верхние. Похоже очень. Вот. Может, это от свитка Торы, такие колпачки какие-то. От маленького свитка какого-то, я знаю там. Вот. Ну, на бутылках я такого никогда не видел. Ну, вот интересно было увидеть, да. Тоже есть кадры, конечно же, в группе. Есть нормальные люди в группе. Я приобретал вещи у себя в группе. Классно, люди скидочку делают, договариваемся. То есть я готов платить деньги за то, что мне интересно. Вот. Но есть такие, которые там... Это не только у меня в группе, когда пишут, что цены ниже рыночных вообще берет спа. Ну, то есть на полу. Вот. Что-то увидел интересное, да, я, допустим, знаю, что вот эта интересная вещь стоит 400 шекелей. Я всегда ориентируюсь на eBay. Потому что если здесь дороже, чем на eBay, я покупаю на eBay. Значит, что мне париться? То есть цена на eBay 400 шекелей. На рынке 400 шекелей. Я звоню этому человеку, сколько стоит это ваша меньше рыночной цены. Он говорит, 400 шекелей. Я говорю, так оно же на рынке стоит 400. Ой, что вы, на рынке оно стоит 600. За 400 я бы брал. Я говорю, это не вопрос. Зайдите вот в такую-то группу, возьмите за 400. 400 это обычная цена. Зачем? Зайдите на eBay посмотреть, это 400. Вот. То есть те люди, с которыми я знаю, что я могу нормально общаться, я вижу, что они выставляют объявления, это у меня было неделю назад, да, человек выставил объявление, я тут же зашел. Меня не очень было интересно, но заинтересовало, потому что это фототехника. Я зашел на eBay, набрал на eBay, оно в 3 раза дешевле. Вот. Я человеку просто написал, что смотри, вот так и так. Он говорит, ну как бы, да, я знаю, что цена немножко завышена, я как бы, чтобы торговаться, там все это. Я говорю, ну беседер, как бы, просто чтобы ты знал, что эту вещь можно купить на eBay в 3 раза дешевле. Вот. То есть, они редкие, не для бутылок. А для чего они, Аня? Крышки для чего-то. О, Аня, слышишь, кстати, знаешь, что меня интересует? Может, у тебя есть? У тебя складик барахла. Побольше моего будет. Чернильница меня интересует. Во всех видах, то есть в каких есть. То есть я сейчас, если здесь не найду, я закажу на eBay их валом. Вот, то есть с группами есть такое. С группами не есть такое, а коллекционера. Я просто чуть не сошел с ума уже от этих групп. То есть, что телефон открываешь, там тысячи сообщений, что Facebook открываешь, что Telegram, что WhatsApp. Все это забито, ты это все перефильтровать уже просто не в состоянии, потому что количество групп растет. Просто не знаешь, куда деваться. Просто не знаешь, куда деваться. Причем,
как бы проблема, невозможно сделать нормальную фильтрацию. В тех же часах все подряд намешано, набито. За общие группы я вообще молчу. То есть ты смотришь, тапочки, самовар, утюг, копье, ржавые какие-то железяки, потом запчасти от мопеда, бах, серебряное кольцо. Но в 3 раза дороже, чем в Израиле. Начинаешь дальше, опять футболка, штаны, дом в селе, и вот это вот, елки, жмоталки. Я продавал чернильницу, недавно посмотрю, ли есть еще одна. Ну, это понятно, евреи же не могут сказать, что у них нет. Они всегда должны сказать, что ой, тут только ж продал. Это в Израиле это фишка. Кто бы ко мне не зашел в магазин, я, допустим, спрашиваю, что там мне надо, да? Я говорю, слушай, а у тебя случайно нету? Слушай, неделю назад выкинул. Это уникальные люди. Ну, еще посмотрю. Да. Вот, это наша фишка еврейская. Мы не можем сказать, что у нас нету. У нас это как минимум было. Куда она мало, значит, тебе понадобится, думает. Она продала. Ну, понятно, что продала. Неделю назад. Почему я не спросил 7 дней назад? Почему не предложила, да? Да. Ой, мотор поддавливает. Ты еще и нервничаешь. Спокойно разговаривай. Придешь и будешь разбирать мой Максан. Примешь 50 ящиков. Мне что, моего склада мало? Ты что? Ты что, думаешь, у меня чернильницы нет? Где-то есть. Где-то в одном из 80 ящиков есть. И не может ни одна. Я не писала неделю. Недавно. У меня это месяц. Ну, у каждого еврея свое недавно, да. У меня недавно это год-полтора. У тебя месяц. Стандартная недавно еврея – это неделя. То есть от шаббата до шаббата – это недавно. Больше одной недели от шаббата до шаббата – это уже давно. Но есть смеси евреев, поэтому у каждого недавно свое. Как стрим вчера у Андрея? Все живы, здоровы, все в порядке? Так, надо вас куда-то переключить, у меня все экраны заняты. Это не два, тоже должен будет выучить. Стрим сегодня у Андрея. А, да? Ну, тогда я точно не попаду. Что сегодня? Он же обычно по пятницам делает. Вчера должен был быть. Так, я вас закрою на секундочку. А после открытия начнем. Так что, считайте, 5 минуточек, я вам изложу, что и как. В общем, мне кажется, что я решение нашел,
как минимум для себя любимого. Как минимум. Вот. А там, в принципе, практика покажет, поможет ли это окружающим каким-то образом. Или не поможет, или это будет очередной какой-то геморрой информационный. Но мне почему-то кажется, что так удобней. Вот. То есть, по крайней мере, 10 лет назад мне это было удобней. Потом начались группы небольшие в Фейсбуке. Это было более-менее нормально, хотя надо было бегать туда-сюда. То есть, потом появлялись новые группы, опять их надо было искать, бегать, лазить. И сейчас эти группы еще растут и растут и растут. Вы меня задолбали уже с приглашениями в эти группы. Я отказываю сейчас все группы, уже половину групп позакрывал и позакрываю остальные все. Вот. И думаю, что вот такой вариант, может быть, имеет право на жизнь. По крайней мере, он для меня имеет право на жизнь. Он будет дальше развиваться для меня лично. А для окружающих посмотрим. Ну, сейчас висит оповещение о стриме. А чего так, не знаю. Ну, окей. Так, там же Рома должен вернуться после выгула. И Варварин должен вернуться после бани. О, Рома тут. О, я уже тут. Добро, вернулся. Добро. Еще две минутки начинаем, люди. Сразу сходу начинаю. Что-то как-то погоду крутит у нас. Мотор поддавило. Нет, открыто у меня окно. Я уже замерз возле этого окна. Так. Начинаем. Делаем захват правого экрана. Та-дам! Да, мне пришло сообщение о стриме Антиквара. Проще говоря, я нарисовал форум. Вот так это выглядит. Международный торгово-информационный дом антикваров. Отдел для администраторов, правила форума, обращение к администрации форума. И пошло. Ювелирка. Не лопатим все подряд. А людей интересуют кольца. Заходим. Кольца, к примеру. Начать новую тему. Продам кольцо. Пожалуйста. Продам кольцо серебряное. Тиффани. Израиль Ако. 200 шекелей. Серебро. 100 грамм. Новый. Телефон. Вайбер. Ватсап. Доставка по договоренности. И понеслась жара. Тут же ответы. Тут же подписаться к сообщению. Цитировать, редактировать, удалить это настройки.
Андрея начался стрим. Да, ну, кому интересно, переходите к Андрею. Андрей вчера должен был быть, но это такое дело. Ему удобнее сегодня, пусть будет сегодня. О, круто, четкая тема с форумом. Вот и мне показалось, люди дорогие. Причем я сейчас делаю там всевозможные разные настройки. Вот мы, допустим, заходим в кольца, да, нажимаем «Новая тема». Пишем заголовок темы, пишем... А вот здесь вот у нас наше объявление. Я даже сделал для удобства, вот идем в уголочек, здесь треугольничек, видите? Нажимаем, и здесь шаблон. Бамс, вам уже стоит шаблон. Продам кольцо, физическое местонахождение предмета, написали. Цена, в удобной для вас валюте, написали. Материал, написали. Размер, написали. Вес, размер, состояние. Туда-сюда, фотографии вставили. Вот тут вот, три штучки нажали, фотки вставили. Работает и поддерживается с телефона. Название вверху. bkitzer.ru. Можете заходить уже регистрироваться. Можете просто заходить смотреть. Да, главное, что и сработало. Ладно. Так, круто. Классная идея. Ну, посмотрим, насколько классная, не классная. Мне, по крайней мере, оно нравится. И я вам скажу, что я уже около 200 предметов залил. То есть я залил ювелирку. Я залил столовые приборы серебром. Смотрите, ложки. 28 предметов залил. Вот. Чтобы вам такое показать. Интересно. Ой, 84-я проба. Серебряная ложка столовая. Заходим. Бам! Смотрите, какая ложка. Просто мечта. Вы видите вот это вот? Сколько этой ложкой съели уже борща. Пол ложки стерто. 51 грамм веса. Все отфотано, все четенько, красивенько, все пробочки, вау, просто мечта. Все, и вы заходите туда, куда вам надо, и не надо лопатить все подряд. Зашли на форум и погнали, что вам надо? Ювелирный отдел, кольца, цепочки, браслеты, часы, кулоны, комплекты, броши, булавки и другое. Комплекты даже я поставил. Монеты, купюры, слитки, золото, золотые монеты, серебряные монеты, настольные медали, медные монеты, настольные медали, монеты из других металлов, слитки, бумажные купюры, часы, механика, кварц, напольные запчасти к ним, ножи, табам, столовые приборы, коллекционирование, статуэтки, марки, другие предметы. Фото, видео, есть, ручная работа, картины, работа из дерева, ручные подделки, музыкальный отдел, есть, предметы, не вошедшие в категории, военка, мелкие, настольные игры, самовары, посуда, книги, барахолка, вообще все, что хотите, пихать, и кабинет общения, свободное общение, полезные ссылки, работа по eBay. И вот, причем всегда можно добавить нужные темы, разделить, перенести. То есть я считаю, это выход из положения, мне так показалось. По крайней мере, у меня будет свой личный каталог, когда я в любой момент, в любой точке земли могу показать человеку, не листая свой предмет, который я выставил на Фейсбуке неделю назад. Сейчас я его вообще найти не могу, где он там стоит. Потому что там сверху уже наставлено столько, что просто мама не горюй. Это все надо листать, его найти невозможно. Кинь ссылку в чат. Я кидаю. Таня сейчас кинет. Я уже кинула. О, Дока Шалом. Только будут пугаться с валютой. Смотри, я не вижу выход из ситуации. Давать в долларе, ну, тоже не вариант.
Потому что постоянно у тебя, вот у нас, допустим, шекель устойчивый, гривна не такая устойчивая. Подожди, Таня, ты кинула ссылку? Я в Телеграм кинула. А, Таня в Телеграм кинула Но ссылку. они же просили. Телеграм просили? Я могу ее кинуть не в Телеграм. Да я сейчас сам кину. Копировать. Лев проснулся. И не хочет. Пожалуйста. Бекицеру. Привет, Лев. Вот, в общем, где-то вот так я это вижу. Я еще постараюсь завтра сделать подробный видеоролик, обучающий, как пользоваться форумом из компьютера, из телефона. Все предметы, которые вы видите на форуме, я завел с телефона. Телефоном фотографировал, обрабатывал. Заходил на форум, открывал тему, заполнял шаблон, выставлял фотографии заливаются в секунду, просто в секунду. Это невероятно с телефона. Я не думал, да, там качество, конечно, прибитое и убитое. Можно выставлять через какие-то фотопорталы, да, то есть через Radical Photo, к примеру, если вы хотите в качестве что-то выставить очень дорогое, достойное. Да, Рони. Так. Да, Рони может установить разные валюты. Нет. Есть же Вайбер, можно помогать. Нет, разные валюты нельзя установить. Я написал, пишите в нужной для вас валюте. В чем проблема, если кто-то там с Украины что-то продает и написал в гривне? Ну, скопировал, в Гугле вставил, перевел в свою валюту. Все. То есть я не вижу в этом проблемы. Но я думаю, что каждому удобно. Мне удобен шекель. Мне неудобен доллар, евро, гривны, иены и так далее. Мне удобен шекель. На Украине не будет работать российский форум. Почему не будет? Будет. Это же не закрытые темы какие-то. Я тебе больше скажу, у меня время выставлено на форуме украинское. Я могу показать. То есть там стоит выставление Россия, Украина, Америка, еще там чего-то. Разве только через VPN. И как люди будут знать, сюда заходить? Будут, я буду это все рекламировать. В принципе, да. Кому так удобнее, мне евро. Конечно, тебе евро удобнее, коллекционер. Кто бы сомневался. У нас российские сайты закрыты, закон Украины. Не все российские сайты у вас закрыты. Я был в Украине, заходил на сайт, и все в порядке. И на мешок заходил. И так далее, и тому подобное. И на Mail.ru заходил, у меня там почта раньше была. И новостные всякие. Все нормально работало. Может, сейчас все работает? Не, все там нормально, все там работает. А пусть зайдет сейчас, посмотрит. Да, сейчас можно зайти посмотреть. Ну, попробую зайти. Да. Название легкое, Bekicer.ru, то есть без проблем. Там еще будет у меня вопрос, но пока миссия его оставил как бы открыт форум. Может быть, я его для гостей перекрою. Ну, это навряд ли, конечно, но это 1% из 100 есть. Есть.
Ну, пошли регистрации. Гостей 8 сидит уже. Андрюша зарегистрировался. Андрей М. Все работает. Удивительно. Так. Ну, попробую. Я правила почитаю и зарегистрируюсь. Там можешь не читать, там фигня в правилах. Поставить уже картинки, чтобы легче искать, а так заходить в каждый предмет неудобно. Поставить уже картинки, чтобы было... Да, можно это все сделать. Смотрите, я неделю над ним уже работаю. И по мере времени я буду над ним постоянно работать, обновлять, улучшать. Я знаю, что такое работа с форумом. Единственное, что вот эти вот все просьбы, пожалуйста, вот есть форум там вверху, предложение администрации. Вы туда кидайте, чтобы оно там висело мне, да, и я как свободное время глянул, опа, сделал, глянул, сделал. То есть вообще функционал тут шикарный. Они очень сильно обновили форумы, сделали очень хорошую привязку к телефону. Причем в телефоне можно включить функцию, как пользоваться телефонной версией, также пользоваться и версией компьютерной. И есть и там, и здесь свои плюсы и минусы. То есть смотрите, как вам удобнее. Потому что вот компьютерная версия по быстроте очень классная. Потому что телефонная, она очень сильно удлиняет форум и буквы большие. А компьютерная, особенно если палочка телефона работает, ой, потрясающе. Он такой маленький получается, все видно четко, быстренько тыкается, все быстренько. Плюс функции все видны. Потому что на телефонной версии есть, допустим, крайняя функция. Сейчас я вам здесь покажу. Она не видна. Смотрите, вот здесь вот есть функция вверху. Помочь форуму. Да? В телефонной версии она не видна. Только в компьютерной версии. То есть вот я Влада Первого завел на форум. И он у меня был испытуемый. Вот. Я его пока завел, чуть с ума не сошел. Я ему то имя не так напишу, то пароль не так. Потом плюнул уже и сделал как-нибудь. Потом все это переделали. Вот. И в телефонной версии думаю, что ж такое он не видит. Зашел с телефона, точно не видел. А потом в телефоне там есть функция переключить в компьютерную. Переключил, все видно. И очень интересно видно. Вот, в помощь форуму, ну, можно вот, я не знаю, вам, по-моему, вот эта сумма не будет видна, она видна только мне. Вот у меня сейчас 229 кредитов. Вот, я уже потратил где-то 1500 кредитов на улучшенную версию форума, на регистрацию доменного имени, еще там на чего-то, да. То есть я это все, естественно, сразу же, это, ну, эти вещи не снимаются, это только на улучшение. Сейчас надо будет отключить рекламу, чтобы вам там эта реклама вся не висела. То есть ваши просмотры форума добавляют вот сюда мне кредиты. Но так как реклама будет задалбывать, нафиг бы она впала. То есть там каждый месяц надо платить, я не помню сколько. Вот, я вам могу показать. Сейчас, секундочку. Если вам интересно, я думаю, вам интересно. Сейчас, смотрите, вот это вот моя административка. Так, и вот у нас раскрутка есть, платные услуги. Вот, заходим в платные услуги, и вот у нас, это я заводил суммы, оплачивал, просмотры пользователей, отключение рекламы на форуме. Регистрация домена сделал. Дополнительные поля профиля нам не надо. Расширенная услуга по резервному копированию пока не знаю. Мне хватает пока той версии. Если будет много людей, надо будет расширенную еще купить версию. Отключение рекламы на форуме. Настроить. Так. И вот тут у нас уже пишется, сколько чего к чему. 3 составляют 3 кредита за 1000 показов. Вот. В общем,
платим денежку, да, и отключаем эту рекламу, потому что она будет просто надоедать. Система, это MyBB. Можете почитать. Сервер MyBB. Все, административку. Администратирование. Убираем вниз, оно пока не надо. Так, что вы пишете? Так, Рома. Заходит на раз. Хоменко зашел. Так, без это. А где регистрируется? Регистрируется? Ты когда заходишь, у тебя там есть регистрация. Где вход? Вот вверху вход, а у тебя будет зарегистрироваться. Я зарегистрировался. О, Ронни, это твой сайт. Да, Дока, это я сделал. Ты поздно зашел. Пересмотришь потом начало стрима. Я уже повторял, просто раза четыре уже голос сорвал. Для чего я это сделал? Это не просто так, что мне типа скучно. Нифига мне не скучно. Да. Так. Сообщений. Гостей. А, обновить. О, последний зарегистрировался Анна. Зарегистрированных пользователей 7. Вот Андрей М. Володя. Варварин, Татьяна. Уже нашла, пытаюсь зарегистрироваться. Там просто обычная регистрация, только подтверждение смейл-адреса. И все. Мне уже показывают, что ты зарегистрирован. Последний зарегистрированный Анна. Вот. Тебе просто надо сделать вход. Зайти на email, с email ссылки зайти и подтвердить имя, пароль. И все. То есть мне, я многие-многие годы был администратором форума, и мне все это было очень удобно, все в своем месте, все на своих полочках. Даже если кто-то что-то не туда воткнул, есть администраторы и модераторы, ну перенесли тему, не проблема. Вот, все это было очень-очень удобно. Когда началось все это движение на Фейсбуке, в принципе, было удобнее там, при начале. Но когда сейчас развелось столько групп на Фейсбуке, на Ватсапе, на Вайбере, на Телеграме, это невозможно. Это просто невозможно. Поэтому я вижу для себя форум, это выход из положения. Мейл я не получила. Так, секунду, я уберу пока месть с экрана, потому что я зайду в данные. Анна, ты русскими буквами написала. Анна, правильно? Помещение, Жень, так, редактировать, позитив, комментарий. Основной. Аня, я тебе сейчас сфотографирую твой email. Может, ты его неправильно заполнила. И вышлю тебе на WhatsApp. Бывает такое, что неправильно написала email. Лови на WhatsApp. Отправить WhatsApp. Аня, полетела. У тебя Анна на русском, пароль я твой не знаю, ты, может, пароль у тебя, но в первую очередь email проверь. Тебя уже требуют на тот стрим. Все правильно. Аня,
проверяй по папкам почтового ящика. Может, у тебя не во входящие вошло, а в других папках смотри. Там есть другие папки, смотря как настроено мыло. Потому что, ну, все там четенько работает, мы все там проверяли. Кто меня там требует, где на стриме? Кто меня там требует? Меня можно было требовать вчера. Не получила. Так. Сейчас. Нет, я же могу помочь. Персональный, стоящее имя, местонахождение, дата. Вот РФ, приватное загрузки, управление. Пользователь. Так, стоп. Где? Просмотр. Основное. А, паспорт. Вот, изменить паспорт. Так, новый паспорт. Так, Аня, ты пишешься с большой буквы Анна, Анна, первая заглавная, большая. Я тебе высылаю твой новый пароль. А потом в своем профиле поменяешь пароль. Сейчас просто сделай вход. Имя Анна и пароль. Если у кого-то проблема с регистрацией, обращаемся ко мне. WhatsApp, Viber у вас у всех есть. Так. Сюда. Возвращаем листик сюда. Да, я зарегистрировался. Mail. Так. Роки. Да, замечательно. Все, и тут же я теперь и буду выставлять все информации, то есть и какие-то, может, стримы, какие-то розыгрыши, что-то. И куда его ввести? Аня, ну, БМЭТ. Вверху в углу у тебя кнопка «Вход». Нажимаешь «Вход», у тебя появляется имя, пароль. Имя, пароль и вошла. Нифига себе, когда ты это забабахал. Кто помог? Док, а тут помогать нечему, оно все нарисовано. Это на ББ. Ну, я же был администратором очень много лет на форуме. На одном, а потом сделал свой форум. Вот. То есть я знаю все эти настройки, как оно работает, насколько это все удобно. По полочкам, взвешенно, четко. Ну просто песня. Опять же повторюсь. Как минимум, если это нафиг никому не надо будет, это будет мое личное. То есть мой личный каталог продаж, куда я могу послать любого человека, который может посмотреть, что у меня есть, почем и разговаривать за цену. Вошла. Аня, молодец. Возьми с полки пирожок. Да. Можешь одеть красные штаны и взять пирожок. И все, теперь по темам. Захотел монеты, поставил монеты. Захотел фото, поставил фото. Это надо продвигать потихоньку. Да, но пока миссия еще не. Я пока продвижение не делаю. Еще это все сырое. Я не успел все доделать.
Просто что обещал уже показать на этом стриме, так я уже думаю, все, буду показывать. Вот, оно еще сыроватое. Вот, но я думаю, что все уже в принципе будет нормально. Я предостерегся от идиотов, то есть поперекрывал всякие вещи. Плюс мне здесь идиотов будет вычислять намного легче и проще. Ну, кто был администратором форума, тот знает, что я могу точечно, потому что я перекрыл, нельзя через подставные заходить. Будет точечно выдавать. Или я могу сделать прослежку, я умею это делать. Через сервера на сервер я могу проследить, даже если подставные будут работать, 3, 4, 5 серверов через сервера, я это все могу проследить. Это я умею делать. Пусть Аня спечет и пришлет с курьером в Кармель. Я люблю с вишней. Аня, ты заморишься платить за те пирожки, которые спечет Таня. Вот, теперь... Ну, полистайте там потихонечку, там, когда будет время, да. Посмотрите, какие-то предложения, какие-то группы, что-то может быть расширить, да, что-то может сузить со временем. Предлагаю отвлечься на лирическую тему. Ронни, что у тебя в закладках под папкой «Самогон»? Такая попасть. А где у меня такая, где ты такую папку? Прикалывается он. Не, может у меня на рабочем столе где-то. Самогон. В закладках самогон. Закладки самогон. У меня нету закладок самогон, по-моему. Ты предложил пирожки, с чего я должна платить? С моего предложения. Я тебе антиквариат предлагаю, но я же тебе не отдаю его бесплатно. Все, что я предлагаю, стоит денег. Кроме форума. В панели закладок. Панели закладок. Может, у меня есть что-то. Это у меня тут все такое обычное. Слушай, где ты видел у меня самогон? Рыболовная, авто, Библия, Днепр, АБ, интернет, канал, мои онлайн. Не, я не знаю, какой самогон. А, вот он сверху, самогон. А я не знаю, что это. А ну-ка, открыть. Не, я его не хочу так открывать, чтобы у меня сейчас не закрылась эта страница. Подожди, я сейчас... Как мне это сделать? Да вот у меня почему-то тут самогон. А что у меня там? Я не знаю, что у меня там, честно. Ну ладно, зайдем. Не, не заходит. А что у меня там? У меня вообще тут все на иврите. А, это магазины в Израиле по самогоноварению, пивоварению, виноделанию. Там, где можно приобрести всякие запчасти под самогонный аппарат. О. Так, всем шалом и здравия. Анатолий, шалом.
Я послала в WhatsApp картинку, посмотри. Сейчас гляну. Самогон. А, да, вижу. Так. Правой кнопкой открыть в новом окне. Не, не дало открыть, но ничего. Добавил приглашение на регистрацию в свою группу. Окей, Андрей. Добренько. Там, я думаю, что пока рано кого-то там сильно звать, приглашать, что-то как-то, почему, я объясню. Первое, люди, во-первых, не пугайтесь. Я сейчас на свой YouTube канал залью где-то в районе 100 роликов коротких. То есть у вас там сейчас телефон может просто порвать от бибикания, кто подписан на мой канал. Все, что я выставил уже на форуме в продажу, да, ну свои предметы, я все, на каждый предмет я сделал видео, но я их еще не открыл. То есть я сейчас запущу их не открытие, и каждое поставлю видеоролик в соответствующую тему. То есть помимо того, что человек может смотреть фотографию, он еще сможет увидеть там 30-40 секунд видеоролик этого предмета. Вот. Дальше. Завтра сделаю, постараюсь по крайней мере, ну, настрой есть, обучающий видеоролик, как пользоваться форумом, куда тыкать, чего нажимать, как с компьютера, так и с телефона. Потому что на сегодняшний день очень многие работают с телефоном. Я вам говорил, еще расскажу, что все предметы я залил с телефона. Просто супер, я не могу нарадоваться. Насколько это четко, быстро. Ну вот на каждый предмет там минимум там по 10-11 фотографий, а есть по 15, по 20 фотографий. Вливание фотографий моментально, я такого не видел нигде, просто нигде не видел. Вот, ему там, конечно, убирают качество, все это, я потом на компьютере посмотрел эти фотографии, ну в папочках они у меня сохранены, да, если вдруг что-то улетит. Вообще караул. А на телефоне шикарно, и на компьютере просмотр в теме замечательно. Вот, то есть все очень удобно, очень классно, но вот не могу нарадоваться, просто не могу нарадоваться. Зачем? Не, помочь форуму, я потом в ролике все это расскажу. Не, мне интересно, что у них там есть. Ну, что-то у них там есть. Не важно, что. Вот, и мне кажется, что если подтянуться, почему... Название, конечно, очень громкое. Не спорю, международный, торговый, информационный дом антиквар. Ну, международный, потому что, ну, в любом случае, люди будут с разных стран. Это однозначно, как минимум, Украина, пара европейских стран. Поэтому, ну, по-любому, международный. Торгово-информационный. Ну, и торговать, и общаться, что-то спрашивать, что-то это самое. И в конкретных темах. Не так, что спрашиваешь непонятно где, и непонятно, где твое объявление вообще делать через 2 дня. Потому что сверху на него наложили уже 50 объявлений. Хочется, чтобы его было видно. А оно очень все четко видно. Вот я сейчас зашел, допустим, ну, где у меня много, ну, допустим, кубки, стаканы, рюмки. Зашел, бам, смотрите, на одной странице сколько тем. Можно запомнить, где что. Плюс человек, допустим, человеку там интересует 84-я проба, да. Он может запомнить, что есть 84-я, 32 грамма, где-то себе зафиксировать. В любой момент зашел, быстренько раз-раз-раз-раз-раз, вот он. Зашел в нее. Бам, кубок. Не кубок, а просто мечта. Просто мечта.
84-ка, надо же такое. 32 грамма. Что тут только нет? 916-я со звездой. Рюмочка. Ой, прелесть. Нажали, бам, пожалуйста. Размерчик, вес. Подпись. Немаловажно. Вы в своих сообщениях, в своих настройках можете добавить свою личную подпись. Она будет после каждого вашего сообщения писаться. Вот у меня пишется вот такой вот мой стимул жизни. Ну что, где-то так, люди. Гостей 12, пользователей 7. Рекорд 21 установлен сегодня. Так, за сегодня было уже 10 человек. Коллекционер Андрей М, мистер Рокки, Анна, Александр, Володя Варварин, Бикицер, Влад 3710. Буду проситься на полставки крони. Кем? Кем на полставки крони? Рома, тебе главное здоровье поднять, восстановиться. У вас работы в Украине немерено. Просто немерено. Здоровье только, Ромочка. Надо здоровечко. Кто их с пальмы сигнал? Да, да, Влад, у меня тут каких-то... С пальмы сдернули. Как это кричало? Как это мужика звали? Степан! Да. Я что-то не могу зарегистрироваться. Ввожу пароль, который пришел на почту, а он пишет неверный. Так, коллекционер. Сейчас мы тебе исправим всю ошибку. Мне показывают, что ты уже зарегистрирован. Ты зарегистрирован как коллекционер на русском языке. Так, захожу к тебе. Основные данные. Сейчас я тебе поменяю пароль и отправлю тебе его. Чего да? Служение Мроне, домочадцы не верят в стрим с живым человеком. Пожелай им лайлатов, им спать, Наташе и Алисе и Матвею. На добранич, спокойной ночи, Лайла Тов, Наташа, Алиса, Матвей. Спокойной ночи, Лайла Тов. Кликни с окна. Как коллекционер. Да. Коллекционер, давай так, я тебе сейчас поменяю пароль и кину тебе пароль в Telegram. Подойдет тебе? Сейчас.
изменить пароль, а ты потом у себя в профиле поменяешь его как захочешь. Ну, пароль. Заходим в Telegram, ищем коллекционер. Коллекционер. А ну, коллекционер, пробуй. Рома, да. Здоровичка. Немного получше сегодня, пожал 89 кг, 5 подходов по 3 раза, то вроде восстанавливаюсь. Сколько жмешь? Я сегодня пожал немного, 89 кг, 5 подходов по 3 раза. Без разминки ты что ли жмешь? Ты что? Нет, с разминочкой все как положено. А что ты на такую большую массу работаешь? Зачем тебе такое? Я даже такое себе не делаю. Это, я не думаю, что тебе это надо. Тебе надо меньше вес, а больше жима. То есть на выносливость работать. Не на большого. Я когда занимался тяжелой атлетикой, да, я забился просто капец вот этими весами. А сейчас вот просто, чтобы себя поддерживать, малый вес, то есть я беру тупо, сколько у меня там? По-моему, 30 или 40, 30 килограмм, по-моему, у меня штанга. 30 килограмм. 10 подходов по 20 раз. Вот, и нормально, то есть это идет на выносливость. Вот. Я не советую такие веса, 89 килограмм. Я толкал от груди. Сколько я толкал от груди? 600 килограмм я толкал от груди. Лежа от груди 600 килограмм толкал. Я зарегистрировался через Facebook. Да, тоже вариант. Да, конечно. Рони, все ок. Ну, замечательно. Да, с разминкой 50 килограмм, потом 70-89. Я так всегда занимался, это норм. Окей. У каждого организм свой, по-разному срабатывает. Поэтому не вопрос. А 600 от груди кто-то толкал? Толкал, но не толкнул. Да, да, коллекционер. Да. Ну, толкал. То, что я не толкнул, то такое дело. Так, отсюда мы выходим. Катя, сделай мне кофе, пожалуйста. Занька, будь так. Я должна зарабатывать, я дома сижу. Пожалуйста. Не больше 100 не дал никогда. Да. Не, смотри, 100 это не предел, можно все дать, все сделать. Вот, ну... Да, ребята, которые целенаправленно в эту тему работают, окей, без проблем. Что значит целенаправленно? Целенаправленно это ты кидаешь в это очень серьезные бабки. Ты этим занимаешься, ты постоянно у массажиста, который тебя правит. Правит, вправляет, массажирует, разогревает и так далее и тому подобное. И тебе это для чего-то надо. Нам в миру это не надо. Ну, просто не надо. Вот. Толкаю, толкаю. Он не толкается. На
на жилистость и на все вот это вот дело малые веса, на выносливость. Приседать надо со своим весом. То есть вот, вот какой у тебя вес, таким ты должен приседать. Вот. А насчет толчков и работы над группами мышц, это уже индивидуальный подход, кто как к чему. Я больше работаю с верхней группой мышц, грудь, бицепсы, трицепсы, полторацепсы. То есть меня интересует грудная клетка. Ну что, пресс у меня пробитый, к сожалению. Вот. Но зачастую я когда работаю, ну как работаю, если вдруг бы читал, да, то есть у меня нету этих всех дебильных стоек, да, у меня вот стойка, вот, с которой я могу спокойно работать. Так, я найду, попробую тоже зарегистрироваться. Вес 85 килограмм мой. Не понял про 600 кг. Это за один жим? Дока, ты не понял. Я говорю, жал. Толкал от груди 600 килограмм. Толкал. Что нам непонятно? От груди толкал 600 килограмм. Досыпаю. Ну все, форум запустил, сейчас будет попроще. Еще пару настроек посмотрю. Там, где обращение к администрации, если что-то где-то видите, что-то где-то какие-то предложения, пишите уже. Ну, на будущее. Мне даже жена выставила мелкие предметы коллекционирования с телефона. Смотрите. Брелки. Брелок. Сама отфотографировала, сама написала, сама выставила. Клево. Сейчас продажа была на eBay. Год висело. В половину предлагали денег. Две трети предлагали. Все отказывал. Тупо стоял на своем. И таки продал. Советские вилки со звездой. Завод Кирова. Рони, как я понял, на форуме в ответах можно предлагать и свою цену. Естественно, конечно. Это, грубо говоря, это торговая площадка. И все. Естественно, свою цену. Естественно, может кому-то даже какой-то обмен. Что-то как-то. Это все, если правила посмотреть, я там в правилах написал, что, во-первых, уважать мнение другого, и тебя будут уважать. То есть нету никаких проблем. Даже написать, мне же на eBay предлагают там вместо 50 долларов 25 долларов. Предлагают, и это частое дело. Вот, и это нормальная практика, то есть все в порядке, пожалуйста, пишите. Ну так я напишу нет. Вот, и все. На этом все закончится. Поэтому
Естественно, общаемся, предлагаем, торгуемся, переписываемся, все что угодно. Форум в вашем распоряжении. Что-то где-то не нашли какую-то тему. Я сегодня сам отфотографировал два подсвечника, начал искать, блин, а куда их поставить? Вот, думал, 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 думал. Несколько раз пролистал форум. Вот куда их воткнуть, блин? Потом я их, короче, воткнул. Где я их воткнул? Вот. Коллекционирование. Статуэтки, модели машин, марки, значки, другие предметы коллекционирования. То есть вот, ну, покамест воткнул сюда, потому что я не знаю, куда их воткнуть. О, супер, жди предложений. Я уже начинаю нервничать, коллекционер. Самые неудобные предложения от людей, у которых много евро и долларов. Но они самые резкие покупатели. То есть, сколько мне предлагали в течение года за три вилки советских со звездой, да? Фигню всякую. И по концовке вообще без торга сегодня их забрали. С Америки. Хочешь продать за 25, став сразу 50. Да, тут вот тоже, ты понимаешь, наш мир уже так превратился, да? То есть у нас везде за все, ну кроме продуктового магазина, у нас везде за все можно торговаться. Более того, даже в магазинах электроники вы заходите, у вас там какие-то, я не знаю, как у вас, но у нас, допустим, в Израиле, ты заходишь в магазин электроники, стоит цена там 5000 шекелей, да? Так еще можно поторговаться, еще можно выпросить какие-то подарки к этому делу. Ну, там тостер какой-то или еще что-то. А за серьезные вещи там и пылесос можно вымутить, и телевизор. Вот. То есть так уже построен мир. То есть старые времена, ну, советские, хотел сказать, но не только советские, они канули. То есть мне, честно говоря, больше нравится, когда вот есть установочная цена. Честно. У меня когда в магазине в рыболовном начинаются качели туда-сюда. Блин, это так напрягает. Зашел, увидел, не устраивает. Вышел и пошел. Все. Рони, что-то не зашел регистрироваться через Facebook. А где брать пароль мне? Что ж такое? Люди, что-то пароль вы сами знаете, как вам хотите. Пароль, смотри, если через Facebook, ты сделал регистрацию, зайти через Facebook, оно должно было автоматически тебя завести. Если ты хочешь просто сделать регистрацию, нажать кнопку регистрация, имя, пароль, email адрес. И у тебя на email приходит сообщение. Сообщение email ты нажимаешь. Единственное, что следите, что вы там пишете. Я сам знаю эту лажу. Я Влада регистрировал 4 раза. Да потому что она придумывает вот это вот много букв непонятных, еще и с цифрами, а пароль вообще был караул, я чуть с ума не сошел. Вот, 4 раза его регистрировал, он не мог зайти. Полдня играли эти. Круто, у нас такого немає. У нас есть, реально, то есть магазин электротоваров, причем есть очень большие такие мега электротоварные магазины, да, есть маленькие магазинчики разного уровня с разными ценами. То есть есть маленькие магазинчики, которые ломят цены выше, чем эти мега электротоварные. А есть маленькие магазинчики, где цены ниже. Вот. Но там на потоке стоит хорошо. И они не жадные. То есть они и скинут, еще подарок какой-нибудь дадут. И все замечательно и классно. Вот, попробую еще раз. Тебе в любом случае надо сделать регистрацию. Если у тебя не получится войти, тогда я смогу попробовать поменять тебе пароль. Вот
я сегодня уже два пароля поменял, но твою регистрацию я пока не вижу. Тебя зарегистрированных пока нет, Рома. Грохота Адонала, и на Мелеха улам, шеколь небо двору. Амин. Жим лежа в многослойной экипировке, рекорд однослойный 415. Дока, ты не понял меня. Я вот знал, что ты из-за того, что ты все знаешь и все бегом ищешь всю информацию, ты меня не услышал. Я говорю, я лежа толкал 600 килограмм. Жим лежа толкал 600 килограмм. Но я их не толкнул. Ты этого не понял. Я толкал, но я не толкнул. Вот вам наглядный пример. Я его толкаю, но я его не толкнул. Таня толкает 120 килограмм. Не надо всех людей в одну цепь брать. ЮТ до 200 буквок. Ничего не понял. Просыпались котики. Монечка проснулся. Я же все всерьез и не стало непонятно, как бы вообще лежа можно сделать толчок. Ай, Дока, я вот знал, что ты серьезный человек, и все воспримешь серьезно. Я надеюсь, ты там хотя бы не понервничал, потому что это не мой прикол. Я этот прикол когда-то рассказывал. У меня есть друг, Вова Харьковский. Действительно, друг с большой буквы. Я горжусь, что у меня есть вот такие вот друзья. Люди, которых не испортили деньги. Вот, и... Я ж спортсмен, качок, все это. И Вова с животиком такой пухленький, как и я, в принципе, только пониже немножко. Нет, он не ниже меня. Нет. Ну, такой же, да. Но у него другое телосложение. Я спортсмен. А он всю жизнь шахер-махер. Вот. И он такой, ты там как толкаешь, там все дела. Ну, я ему рассказываю. Он говорит, а я от груди 600 толкал. Я говорю, Вова, ты меня вообще за лоха держишь или что? Какие 600 от груди? Побойся Бога. Он говорит, ты что, пол Харькова видел? В клубе, я не помню, там клуб. Я говорю, Вова, я сейчас начну нервничать, могу дать в ухо. Ты не мог 600 толкать. И у меня начинается, понимаете, когда у меня не складка в голове, у меня падает забрало. Я реально, я просто людей предупреждаю, что или ты тормози, или я сейчас просто начну лупашить. Вова мне опять говорит, ну что ты мне не веришь, ну столько лет знаешь меня, там все дела, все. Я говорю, Вова, я уже напрягся. Ты так со мной не то самое. Я знаю, что такое 600 килограмм. Он говорит, ну, толкать толкал, но не толкнул. Он уже понял, что я уже стоял, наверное, красный весь, злой, как это, что-то прошло мимо меня в жизни. Так что, тема очень прикольная. Ой, антиквар Зингер, шалом. Сегодня тебя никто не забанил, ты сходу заскочил. Кто?
У меня отец занимался серьезно штангой. Да, я штангой никогда серьезно не занимался. Единственное, что у меня, когда был переход с вольной борьбы, то есть в вольной борьбе уже добился всего, чего там можно было, в принципе, больше мне не было интересно. Сошел с вольной борьбы и никуда как бы не пристроился, меня в принципе все устраивало. Я пошел в качалку, занимался в качалке. Серьезно, именно с большими весами. Так закачался, горол, а потом торкнуло на бокс. Вот. Так вот сколько я в качалке качался, столько же времени меня разрабатывали на ринге, потому что я не мог шевелиться. У меня такая была крепатура, то есть у меня мышцами забило все движения. Вот. Это было жуткое зрелище. То есть так вроде бы нормально, а бить не могу. Вот не работает тело абсолютно. Пока месяц это все не разработало, ну полгода это точно. Пока я начал чуть-чуть шевелиться. Поэтому железо, работаю с железом очень много, но с малым весом. Только на выносливость. Не волнуйтесь, я ничего не говорю, не спрашиваю про это. Я сам не... Почему нет? Либо продаю, либо несу банк аваль. Про ваше зрение... Это плохо, конечно, а у меня это проблема со слухом с детства, поэтому я... Ой, Анатолий, я ничего не понял. Не понял. Блин. Не успел забанить антиквара. В прошлый раз успел. Когда Георгий завезет? Лев, блин. Ой. Я буду завозить. Только карантин закончится, и буду пытаться сразу к тебе вырваться. То есть у меня были надежды, что вот сейчас закончат карантин. Я сегодня должен был к тебе ехать, но они его продлили до завтрашней ночи, и завтра будут еще думать, продлевать на неделю или нет. То есть буду что-то как-то мудрить. Первое, если они нас отпускают в понедельник, то я, скорее всего, что мне надо срочно переписать весь магазин, сдать документы. То есть я понедельник, вторник, среда постараюсь все переписать, сдать документы. Вплоть до того, что, может быть, четверг или полдня буду работать. Или как-то что-то прокручу, чтобы ломануться к тебе. Но это при условии, опять же, если нас откроют. Четверг или пятница с утра. То есть я уже настроен. Даже Владу сказал, что хочешь, подъедешь ко мне, вместе поедем. Съездим к Льву. Лев, так что я держу руку на пульсе. Извини, что так получается, но через Георгия вообще никак. Да, и он сейчас, у них там все очень сейчас сложно. Причем они сейчас должны были лететь в Индию. В Индии сегодня теракт возле израильского посольства. Вроде зарегистрировался. О, молодца. Сейчас посмотрим. Да, Роман Рыбалко. Зарегистрировался. Роня, дякую за стрим, щоб всім було здорово. Шалом, Володимир Варварин. Шалом, доброго вечора, гарного завтра дня. Роні, то цитата ранее все не влезает в текст, поэтому я слабослышащий. И слышу одним ухом, но не все могу слышать. Ношу слуховой аппарат. А, я не знал. У меня
хороший мой, очень хороший такой приятель. У него два слуховых. Там вообще трагедия, там на голову упала рельса, скальп сняла, лох, ноги отрубила. Ну, хорошо, что в Израиле. Ноги пришили, два слуховых, головные боли, почки отвалились на обезболивающем. В общем, там катастрофа. Ну, два слуховых у него. Так что я это знаю. У меня пока со слухом вроде нормально. Зрение падает потихонечку. Зрение надо уже иногда так сконцентрировать, когда вдаль, потом вблизь. Надо немножко так. Вот. И очки лежат. Даже очки иногда одеваю, когда что-то надо прочитать. Почитать по тексту. Вот. Мне так читать уже полегче немножко в очках. Бобочка. Ну, стараюсь не привыкать к очкам. Ранее я не про себя. У меня зрение плохое. Плюс 3,5. Прогрессив. Блин. Вот для меня всегда было это такое вот, ну как, вот непонятно, что люди вот плохо видят, там теряют зрение постепенно, там все такое, то есть, ну как это, вот блин, так мне это все, и вот у меня началось потихонечку. Так это неприятно, я вам скажу, это караул. Вот. Я далеко вижу, слава богу, хорошо. То есть еще без прицела могу пострелять. А вблизи уже голяк. Вот, то есть вот почитать, посмотреть. Я раньше брал, там рюмочку взял серебряную, глянул, такая-то проба. Сейчас голяк. И уже ничего не вижу, все, глаз только надо вставлять. А раньше четко так зрение работало. Слух хороший. У меня слух хороший. У меня слух плохой, когда сзади кричат, стой, стрелять буду. У меня сразу резко портится слух. Теряется нюх. И никогда не бегал, но появляются такие способности на бег. Я тоже кирдык наступил. Уже вот как. Зрение. Вот не хочется зрение терять. Никак. А нюх? Да, нюх я давно потерял. Еще в детском садике. Делаем захват на форум. Пока у меня тут рекламная пауза. Так. Ой, чат не вижу. Где чат? Я уже мышку не вижу. Ага, вот. Чат. Во. Далеко я вижу, где муха на обоине насрала. Днем греть проблема. Очки есть. Потеют. И в ванну падают. Да.
Не, я пока еще как бы глаза настраиваю, то есть еще, скажем так, не последняя тяжелая стадия. Нормально пока. Но чувствую, кирдык подбирается. Эпиляция рулит. Не, не пацанское это дело. Там можно резко дернуть и киндеры отвалятся. Ты что? У нас там, кстати, новость есть не очень хорошая. Мой ребе, у него дочка старшая, Виктория. Потрясающая семья. Ой. Четыре ребенка у нее, и вот должна была родить пятую девочку. И плод замер. А? На конце беременности он рожает. Да, на конце беременности уже, когда рожать, плод замер. Умер ребенок. Не родила. Ой. Тяжко все это. Будешь свои ножики выставлять на торги. Целый день в телефоне убиваем глаза. Не, я не убиваю глаза в телефоне. У меня все стоит на компьютере. Вот. Трагедия, сочувствую искренне. Было. Да, но вот как бы не были верующие, как бы не понимали всю эту ситуацию, все равно это все очень тяжело, очень тяжело. Настолько тяжело, я даже не нашел нужных слов, чтобы связаться за вот эту неделю, это неделю назад произошло, не нашел слов, чтобы связаться с Рэбой и поговорить. Вот, то есть я всячески отхожу от этого. Ну, Лев, видать, Андрюхи на стриме. Наверное. Да. Без проблем. Как каждый там, где его место, где ему лучше и удобнее.
принципе, тоже будем закругляться, ничего уже интересного не будет. Самое главное я показал. Завтра я постараюсь сделать такой одним куском ролик, как пользоваться форумом с компьютера и телефона. Покажу, как я заливаю предметы. Давай не грустно. Да. Фу. И буду продолжать заливать, делать свою картотеку. Я думаю, что еще может быть где-то район по пару неделек. Может больше, посмотрим, не буду пока загадывать. И начну рекламировать. То есть надо немножечко залить информации, разность предметов, посмотреть удобство, что с темами, группами, что как шевелится. То есть поставить на ножки форум и туда уже рекламировать. Может, кулинар-нире блога. А у тебя же есть, пожалуйста, в самый низ форума опускаешься, в болталку, да? Болталка. Как я тут назвал? Кабинет общения. Юнте, пожалуйста, свободное общение. Общение форумча на темы, не вошедшие в категории. Свободное общение на любые темы. Вперед из песни. Моего рыбы, кстати, на канале, он выпустил уже несколько роликов по поводу еврейской кухни. Шикарные рецепты дает, как он это все готовит, показывает. Все это... Особенно кто любит такое остренькое, он готовит все такое с перчиком. Хумус он делает, показывает шакшуку. Вот. У меня папа делал шикарную шакшуку. Что такое шакшука? Грубо говоря, яичница, и все, что найдешь, вбивай туда. Вот у меня папа так делал. Просто класс! У мамы даже яичница никогда не получалась, не то что там какие-то блюда. Я вообще не мог мамную еду есть. Я ел, потому что надо было что-то есть. Батя просто открывал холодильник. Чугунная сковородка. В эту чугунную сковородку какие-то там котлеты, какие-то сосиски, вермишели, каши там. Поназгребают всякой фигни. Тут много лука, все это пережарят. Яиц вобьет. Блин, такая яичница получается, ну просто невероятно. Взял? Да. Хитроват. Невестка поехала домой. Я видел, он там с женой. Да, с женой там. Ты же мясика готовил. Ок, а уф, Таня тебя нахлобучила. Кто это говорит? Кто это говорит? Кто это говорит? Я не знаю, кто это говорит. Готовить. А, готовит. Нахлобучила. Кто это готовит? Я ничего не понял. Да, что-то непонятно. Напиши. Да, я что-то не понимаю. Я на кухню вообще не захожу. Все готовит жена, иногда сын готовит. Вчера шикарный ужин приготовили, шабатний. Жена в духовочке, там и говядинку запекла, и курочку мою любимую. Все так посидели, встретили шаббат. Ну, просто супер. Сегодня жена суши сделала. Вот, суши кушали.
Причем она уже делает два варианта суши. Один вариант нам, второй вариант невестке. Невестка не ест мясо, рыбу, поэтому ей приходится делать суши с сыром. Так что, это нормально? Да, сказала, что вкуснее, чем в магазине, но, может быть, из чувства уважения, да, так-то. Ну, я не знаю, мне шути, я эти суши что-то... Тебе, да. Да. Мы и рисовая кашка с мясом огурчиками. Так можно было просто мне рисовой каши дать там кусок рыбы. Так так и надо было сделать. Я... Не, не, я не понимаю этот прикол. Честно, вот хоть вы меня стреляете. Это твои проблемы. Мне так намного проще. Блин, насыпал в тарелочку риса, разогрел, положил кусок красной рыбы, огурчик, кусочек хлебушка. Все, покушал, и все замечательно. Прикол, что там хлеба нет. Так вот, хлеба нету, я не наелся. Без хлеба вообще не могу есть. Да что угодно. Что там? Сыночка, все есть. Все там есть. Свет включи. Ты не там включил, ты включи здесь. В самом-самом конце бутылек с перцовкой. Ой, в каком конце? Больше в левую часть туда. А, это все этот вот? Это все хреновуха? Да. Четыре банки? По-моему, да. И ну, ягодно. Же этот, банки хреновуха. Да. А ягодная есть? Есть. Ну, и он стоит же еще бутылек, да. Я все там есть, сыночка. И перцовка, и хреновуха ягодная. Ну и что? Поэтому ты говоришь, что ты не будешь на следующей неделе. Да. Но на всякий случай надо заботиться. Бутылок там. Так а что ты пил не хочешь? А? Кого? Так, что-то я потерялся. Где мы? Трагедия. Не потерялся. Ой. Ок, спасибо за общение. Пришел я на отдых, рано сегодня встал. Да, добро. Люди, я тоже буду отключаться. Тоже последние 3 дня с форумом возился. Мало отдыхал, надо немножко отдохнуть. Спасибо, что были с нами. Основное я сказал. Остальное по ходу а пьесы. Все будьте здоровенькие, удачи, благополучия. Завтра, кто по барахолкам, хороших покупок, продаж и хорошей предстоящей недели. Не болейте, семьи берегите. Кто болеет, пора выздоравливать. Хватит уже баловаться. Все, люди, спокойной ночи. Надо бранич. Лайла тов. Шавуа тов. Хорошей недели. Александр Белазе. Пока. Андрей, счастливенько, шавуатов. И выхода с карантина нам уже, блин.
То ли Шнуров, здравия всем. Лялятов, Лялятов. Анатолий. Да, Лялятов, это хорошо. Зачетненько получилось. Давайте, люди, удачи всем. Хорошего фарта. Шалом.